vas a hacer así. Что там у вас вообще творится? Юринобу. Блядь, придушил Сабура. Что? Вот, блядь, собственного папашу. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Бак, вытаскивай нас отсюда! Быстро! Секунду. Нет у нас секунды. Сука! Да, есть кое-что. Давайте в окно. Открываю. Там я... Есть лестница. Лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Бак! Дио Санто Бендито! Ты больше нет! Блять! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? Нормально, Джеки. Просто не смотри вниз. Бля, как высоко-то. Бля, это травма? Если они за Сабура, то уже поздновато. Надеюсь, нас они не видели. Тихо, дома! Секрети и груду приемную лицо. Еще бы немного. Его пробили. О, Мадрес. О, это херово. Джеки, ты ранен. Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация. Целостность чипа 94%. Он разрушается. Караху. Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проеб? Звони давай! Ви, камбэки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс поврежден. Целостность чипа... Джеки! 86! 86% и падает! Черт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Ты понимаешь, что говоришь? Чип нельзя изолировать. Он должен находиться в безопасной среде. Но раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Амен. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Дэл, мы будем через пару минут. Приготовься! Ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. О, Росси. Класс! Теперь уходим отсюда. Внимание! Камбэки Плаза объявлен красным. Обходим этаж. Чисто. Просим не покидать своих адрес. Адрес. И выполнять. Здесь тоже все чисто. Спецназ?
фойе. Скоро начнут прочесывать этажи. Рассчитываешь, а? Огонь! Нас засекли! Меня так просто не убьешь!
Я еще насу тебе на мотив. Сейчас мы всем покажем, Мана. Веселимся! Все, теперь чисто. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Не стреляй! Меня так просто не убьешь! Магазин пустой!
Берегись! У них гранаты! Что? Сабура Арасака. 150 лет жил. А сегодня... Именно сегодня... Финита, блин, комедия. Береги силы, Джеки.
Ну, так я их и берегу. Ты не грусти, Ви. Мы выберемся. Скажи это, Тибак. Может, она была бы жива, если бы мы не строили из себя крутых. Слышь, не срывайся на меня. Я же вижу, как оно все. Перезарядить!
Как дела у машины? Отлично, но, к сожалению, за нами погоня. Ёбаный нас! Сохраняйте спокойствие. Чего? Проезд заблокирован. Автомобиль замечен воздушным судном противника. Я разберусь. Эти говноеды, они уймутся! Джеки, ты белый как мел! Видишь, я говорил, мы выберемся. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Вези нас к Риперу сейчас! Приношу извинения, но это невозможно. Маршрут поездки был определен и оплачен заранее. Я не имею права его менять. Нахуй твои права! Делай, что я говорю! Ничего, Ви. Я выдержу. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Теперь мы будем брать только самые жирные заказы. Слышишь, Джек? Да, ты разбогатеешь, Михо. Я знаю. Нет, Джеки, мы разбогатеем, я тебе обещаю, слышишь? Я думаю, он хотел бы быть со своей семьей.
Ближайшим родственником мистера Уэллса является Гвадалупе Алехандро Уэллс, владелица бара «Эль Койота Кохо». Я доставлю его тело в целости. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. До встречи, высшие люди, Джеки. Тебя ждут. WNS. 54-й канал. Пираты. О вашем проебе говорят все. А где Джекстер? Остался в машине. Переходим к главной теме этой недели. Убийство. Может, спросишь, как он себя чувствует? Не говори со мной таким тоном. У него было кровотечение. Он умер. Вот как. Мне жаль. А где Чик? Не смогли украсть. Хоть одна хорошая новость. Хорошая? Сабура Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили его величество, императора. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Это понятно. Поэтому нам нужно валить из Найт-Сити. Нам? Ты же фиксер. Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Новое место, новая личность. Но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Приведи себя в порядок. Это я. Да, я бронировал шаттл. Сегодня. Нет, до утра не пройдет. Одно место. Я еще. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Все, я тебе пизда! Я выбираю тихую, спокойную жизнь. Обойдусь без лучей славы.
все норм? Лучше некуда. Они похожи. Тебе туда... Тихо, тихо, успокойся. Я пришел, чтобы с вами попрощаться. Деньги — это деньги. С ними, блядь, не шутят. Брейн-данс? Отлично, тогда поговорим. Сколько ты за это хочешь? Джонни, подожди! Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. Иди сюда. Да хрен с ней, с группой, Кер. Забей на все. Сделай сольный проект. Мудачок ты, мудачок. Знаешь, как мне будет тебя не хватать? Да ладно. Увидимся в следующей жизни. Ты опоздал. Обожаю, когда ты бесишься. Моя южная кровь сразу. Залезай, пока я не передумаю. Сеньорхенд. Привет, шайтан! Поднимаемся! На, надень! И не снимай, понятно? Обстрела! Включай огонь! Огонь!
Несем груз в лифт. Активируем. Отдаем на волю гравитации. Взрыв разрушает фундамент. Башня валится. Хаос, вопли, рок-н-ролл. Времени на отход будет мало. Подключаюсь. Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? Мёрфи, ты достала уже? Хватит шариться в базах. Передай на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Времени нет. Боже, кто писал этот манифест? Угадай с трех раз. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит Нитрани. Вперед! Приготовиться! Тебя чуть не поймали. Там называлась бомба. Бушидо 2. Качай! Надо сваливать! Демолитрон! Ну, погнали! К вам идет спецназ! Бегите! Стреляй по кабелям! Еще не все. Надо скормить это их под сети. Ты срать хотел на корпоратив. Прости, бестия, тебе не понять. У тебя 4 минуты. Ни секунды и дольше. Мы тебя ждать не будем. Так, я взломала дверь. Тебе идет еще отряд. Обожаю тебя. Да все меня обожают. Сука! Займите позицию! Закройте брешь! Рядом с точкой доступа. Подключайся. Классный ледокол. Импортный. Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол под сети? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина, без вопросов. Спасибо, Мёрфи. Сейчас, на всякий случай. Мать моя, кибер-женщина. Мы в телевизоре. Неизвестная террористическая организация выпустила манифест, в котором пригрозила разрушить Арасака Тауэр. Здание срочно эвакуируют. Террористы заявили, что хотят, цитирую, «свалить памятник корпоративному колониализму». Конец цитаты. В ответ мэр Найт-Сити Мболи Эбуники выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за развитием событий у Арасака Тауэр. Все готово. Теперь уходи. Они поднимаются. Беги на крышу. Адам Смайл.
Софи! Двери заперты, но долго не выдержат. Беги, Джонни, вали оттуда. まだ生きています。わかりました、向かいます。попробуем еще раз. Кем были твои сообщники? Как вы добыли взрывчатые вещества? А че это добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. Какой террористической организации вы принадлежите? Как вы добыли взрывчатые вещества? Привет, дедуля. Я тебя знаю. Отцы. Смотри-ка, у меня получилось. В этой башне погиб мой муж. Но бывает участь страшнее смерти. Я не хотел, чтобы он погиб. Назе, коную на коту. Зачем ты это сделал? Чтобы положить конец вашему безумию. Что во усоцки, дивун дичиму азамук. Дага, шава чига. は雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉には慎ましさがある。始めろ。 Ты кто такой?